Мы вообще-то остаемся сегодня на ночевку в кампусе. На ночевку в кампусе? Мы с вами. Ладно, ладно, мы с нами. Yes. А что мы будем делать ночью в кампусе? Вызывать пиковую даму. Что? Пиковую даму? Ты остаешься охранять кампус. И только попробуй мне заснуть. Мы тоже идем на ночевку. И точка. Главное, вовремя стереть лестницу, иначе пиковая дама спустится к нам и начнет нас душить. Теперь всем нужно взяться за руки и сказать 3 раза. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. О, она уже пришла? Пацаны, все помнят, какой сегодня день? Обычный день. Учеба в кампусе, а потом тренировка по баскетболу. Найс, 2 тренировки по баскетболу. Мы же решили, что будем тренироваться больше. Да, больше тренировок, больше мышц. Вы чё, пацаны, какие тренировки? Камиль, ты чё, решил забить на баскетбол? Мы вообще-то остаемся сегодня на ночевку в кампусе. Ночевка в кампусе? Ночевка в кампусе? Ну да, это же традиция в кампусе. Каждый год подростки остаются на ночевку и вызывают пиковую даму. Офигеть, это же очень круто. Нафиг тренировки, остаемся в кампусе на ночевку. О, круто, надо запастись чипсами, газировкой и сладостями. Блин, ребят, я боюсь вызвать пиковую даму. Говорят, это очень опасно. Настя, реально ты ссыкун. Иди тогда домой и ложись спать. Да, и не забудь свою мамочку попросить тебе прочитать сказку перед сном. Пазл, я уже взрослый. Мне мамочка давно не читает сказки перед сном. Офигеть! Тайная ночевка в кампусе! Я помню, как это было в прошлом году. Слышь, ты-то откуда знаешь? Мы лузеров с собой не звали. Мне ребята рассказали. Настя, ну что, ты с нами? Блин, ребят, не знаю. Мне очень хочется, но мне очень страшно. Так, все, выгоняем Настю из команды. Нам сыкуны в команде не нужны. Кто за то, чтобы выгнать Настю из команды? Ты-то что тянешь руку? Ты вообще не из нашей команды. Ладно, я пошел. Ладно, я с вами. Только давайте договоримся. Когда будем вызывать пиковую даму, я буду стоять за дверью. Ладно, договорились. Пацаны, но только о ночевке никому. А я все слышал. Привет, учитель Макс. Привет, девочки. Как вам идея устроить в кампусе субботник? Мы соберем мусор и пострижем кусты. И посадим по всей территории кампуса крапиву. Отличная идея, девочки. Я вас поддерживаю. Составьте список тех, кто будет участвовать в субботнике. В субботнике должны участвовать все. Даже вы, учитель Макс. Или вы забыли девиз кампуса? Конечно, не забыл. Отлично, тогда давайте повторим. Кампус – одна большая семья. Макс, можешь меня завтра отпустить с работы? У меня срочные дела. Какие у тебя еще дела, кроме кампуса? Я завтра хочу поплавать в бассейне. Я уже купил себе нарукавники. Офицер Чак, вам эти нарукавники маловаты. Ха, я знаю, я купил в детском отделе по супер скидке. Ты не пойдешь ни в какой бассейн, потому что завтра у нас в кампусе субботник. Мы будем сажать цветы, убирать мусор и участие должны принимать все, даже охранник кампуса. Макс, ну пожалуйста, я очень хочу в бассейн. Чак, пойдешь завтра в бассейн? Уволю. Ладно, я пойду на субботник, а не в бассейн. Ладно, мы пойдем. Нам нужно еще рассказать всем подросткам о субботнике. Мам, ну пожалуйста, я все исправлю, обещаю. Мам, ну я не хочу туда, я хочу остаться в кампусе. Ладно, мамочка, как скажешь. Капец. И что она сказала? Меня отправляют в интернат. Оу, это жестко. Ты попал, бабу. Не завидую тебя. В интернате очень плохо. Без тебя знаю, что там плохо. Не умничай. Да, говорят, что там у подростков забирают телефоны и нельзя кушать пиццу. А еще я слышал, то, что самых непослушных подростков запирают на целый день в специальной комнате. Не расстраивайся, Бабл, это же не навсегда. Там тебя перевоспитают, и ты вернешься абсолютно новым человеком. Спасибо за поддержку, друзья. Блин, плакать хочется, я еле сдерживаюсь. Я сейчас такое узнал! Если ты про Бабл, то мы уже в курсе. Да, он нам все рассказал. Пухло забирают в интернат.
О, Бабл, не повезло тебе. Но у меня есть инфа получше. Сегодня банда Камиля хочет остаться в кампусе на ночевку и вызвать пиковую даму. Офигеть, пиковая дама, она же очень страшная. Фигня это все. Я вызывал дома пиковую даму, она даже не пришла. Не умничай, ботан. Ну че, может тоже пойдем на ночевку? Я за. Всегда хотела увидеть пиковую даму, я в деле. Пофиг, я тоже с вами. Бабл, а ты чё? Бабл не сможет с нами пойти на ночевку, ему нужно собирать чемодан в интернат. Почему это не смогу? Я с вами! Это будет самая жаркая прощальная ночка в кампусе! Лузеры! The best! Так, Халк, фонарик взял? Взял. Чипсы? Две пачки. Пацаны, я надувной матрас взял. Найс, ты чё, на ночевке спать собрался? Мы же договорились, что не будем спать всю ночь. Памперсы лучше возьми, а то вдруг увидишь пиковую даму и описаешься. Тупой прикол. Держи, стойте, я что-то пить захотела. Пойдемте. Привет, Лаура. Привет, Халк. Ну что, девчонки, хотите с нами остаться на ночевку в кампусе? Да, мы возьмем с собой все самое необходимое. Чипсы, фонарики, газировку. И надувной матрас. Ну, на всякий случай. Найс, да уберите свой матрас. Мы не будем брать его на ночевку. Блин, девчонки, я пошла. Но я темноты боюсь. Оливка, не бойся. У меня есть фонарик. Я могу посветить, и тебе не будет страшно. А что мы будем делать ночью в кампусе? Вызывать пиковую даму. Что? Пиковую даму? Найс, ты что несешь? Девчонки, он пошутил. Мы остаемся просто потусить в кампусе. Ну что, вы с нами? Или нет? Нам нужно посоветоваться. Блин, девочки, остаться на ночевке в кампусе – это так круто. Это так экстремально. Да, главное, чтобы не было темно. Я жутко боюсь темноты. Блин, а если Бентик узнает, что я пошла на ночевку без него? Так ты ему не говори, он и не узнает. Логично. Мы согласны. Yes. Девчонки, только не опаздывайте. Встречаемся в 10. Учитель Макс, стойте. У меня есть отличная идея. Я предлагаю устроить субботник в кампусе. Мэнди, это, конечно, отличная идея. Но Амина тебя уже опередила. Она сегодня как раз утром это и предложила. Чё? Я администратор кампуса, и я должна заниматься такими вопросами, а не Амина. Я знаю, что ты администратор кампуса, поэтому именно ты ей в этом и поможешь. Пойдешь в магазин и купишь мешки для сбора мусора. Я? Мешки для сбора мусора? О, а вот и Чак. Охраняет кампус. Чак. Мэнди, Макс, что, пожар в кампусе? Да, пожар, потому что у тебя сейчас будет гореть твоя пятая точка. Почему, Макс? Да потому что я тебя увольняю. Макс, я обещаю больше никогда не спать. Я готов к любому наказанию, только не увольняй из кампуса. К любому наказанию, говоришь? Ага. Тогда сегодня ночью ты остаешься охранять кампус. И только попробуй мне заснуть. Блин, вот это я спалился. Опять не спать в кампусе. Тут никого нет. О, круто! Значит, все уже уходят домой. Пацаны, главное нам сейчас не спалиться, иначе мы тоже пойдем домой. Найс, можешь потише своим матрасом, а то ты нас всех спалишь. Хав, сам будь потише, ты орешь громче меня. Амина, почему ты не ушла домой? Потому что я готовлю список для подростков. Завтра субботник, и вы, кстати, тоже пойдете. О, не, девчонки, мы завтра не сможем. Да, мы будем как сонные мухи. Сонные мухи? Это почему? Потому что мы остаемся на ночевку в кампусе. Мы не будем спать всю ночь, но я на всякий случай взял с собой надувной матрас. Все понятно, мы с вами. Амина, нет, вы пойдете домой. Окей, я пойду домой, но если мама спросит, где Камиль, я скажу, он остался на ночевке в кампусе. Ладно, ладно, вы с нами. Yes. Девочки, на ночевку я приду в своей новенькой пижаме. Лаура, у нас не пижамная вечеринка, это просто ночевка. А мне все равно.
Ты будешь выглядеть как полная дура, когда все придут в обычной одежде, а ты в пижаме. Это вы будете выглядеть полными дурами, когда все придут в пижамах, а вы нет. Привет, моя карамелька. Привет, Оливка. Привет, Габи. О, привет, Бенц. Привет, мальчики. Бенц, если что, мы в раздевалке для девчонок. Так что, если нас кто-то увидит, нам крышка. Мной Дэнс не увидит. Лаура, мы сегодня с пацанчиками собираемся в боулинг. Погонять шары. Девчонки, вы с нами? А, нет, у нас сегодня на вечер другие планы. Ага. И что это за планы, о которых Бенсик не в курсе? Мы остаемся в кампусе на ночевку с Камилем, Халком, Найсом и Пазлом. Нифига себе. Бенц, мы что, без девчонок, получается, шары будем гонять? Да подожди ты с своими шарами. Лаура, я не понял, почему ты меня не позвала на ночевку? Я вообще-то твой парень. Потому что ты вечно по вечерам чем-то занят. То машину папе помогаешь чинить, то шары гоняешь. Ага. Короче, решено, мы тоже идем на ночевку. И точка. Бенц, да нафиг эту ночевку, пойдем лучше шары погоняем. Да ты достал своими шарами, отстань. Девчонки, да кто вас за язык тянул? Я вообще-то хотел пойти поиграть в боулинг. Это сейчас наезд был или что? Отлично, в кампусе никого, все ушли по домам, мы одни. Классно, классно, я ощущаю себя грабителем банка. Фу, кто пукнул? Это я, мне просто страшно. Тихо, тихо, нас сейчас палят. Пойдем, 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 пойдем. Смотрите, смотрите! Я не поняла, что здесь делает весь кампус? Я никому ничего не рассказывала. А я не понял, что здесь баскетболисты делают? Я пришел, потому что моя карамелька здесь, а я без нее никуда. Карамелька. Лузеры, я не понял, а вы что здесь делаете? Идите домой спать, вас никто не звал. Мы никуда не пойдем. Мы тоже хотим вызвать пиковую даму. Да, я как раз хотела ее увидеть. Окей, договорились. Только ведите себя тихо, чтобы нас не спалили. Лузеры, двигайтесь. Итак, кто будет шуметь, тот пойдет домой. Для того, чтобы вызвать пиковую даму, нужно на зеркале нарисовать дверь и лестницу. У кого-нибудь есть губная помада? Сорян, у меня нет. У меня есть, она всегда со мной. На, пацанчик, помаду. Можно я нарисую двери лестницу, пожалуйста. Взяться за руки и сказать три раза: «Пиковая дама, приди». Ладно, я, наверное, пойду. Главное вовремя стереть лестницу, иначе пиковая дама спустится к нам и начнет нас душить. Блин, мне уже тяжело дышать. Дилан, посмотри, меня кто-нибудь душит. Ты что, дурак, что ли? Мамочки, главное, чтобы она не пришла. Дэнс, хватит ныть. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. О, она уже пришла? Чай? Так, я не понял, вы что здесь делаете? Вы все должны быть дома и спать. Чак, я не виноват. Я вообще сегодня хотел пойти и погонять шары. Меня Бенц притащил на ночевку. Так, ты дурак, ты что несешь? Да, я с тобой позже разберусь. Ничего не знаю, вы все попали. Завтра утром все расскажу учителю Максу, и он вызовет ваших родителей в кампус. Интересно, почему пиковая дама еще не пришла? О, черт! Стирайте быстрее лестницу, пока она не спустилась! Фух, успели! Ребята,
ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые серии. Всем пока!